Друзья, всем привет! С вами я, Петр, и канал Вбок Кивок. Что, друзья, видели, да? Все. Уже и осень заканчивается, лето закончилось, теперь уже и осень заканчивается. Скоро уже зима, кое-где у нас выпал уже в России первый снег. Один из подписчиков с кургана мне прислал видео, уже снег во дворе. Во дворе лежит. Вячеслав, если смотришь, привет от меня. Большой-большой, огромный. Человек решил стать на путь кивочника. Совсем недавно мы с ним общались, я ему все рассказывал и показывал о рыбалке на боковой кивок, где человек потихонечку готовится к следующему сезону, сезону 2025. А мы, ребята, сегодня приехали на один замечательный водоем, где я начинал свою карьеру ютубера и вообще блогера в целом. Водоем в селе Успенка. У меня здесь рядышком село есть Успенка. И здесь есть по оврагу ряд прудов. И вот я приехал на платник, созвонился с хозяином. Хозяин разрешил заплыть на лодке, порыбачить. Замечательный водоем. Рыба здесь есть всякая абсолютно. Вот решил я сегодня приехать, закрыть сезон 2024 по открытой воде. Как получится, не знаю. Но вчера я сюда, ребят, честно признаюсь, заприезжал на разведку. Замерз как собака, потому что вчера был такой же морозец ночью, как и сегодня. Где-то, наверное, минус 6 уже было. И как видели, ребят, по кадрам уже везде иней. Трава вся уже в инии. Но я выезжал после обеда на разведку с камерой и с одной удочкой. Взял с собой удочку небольшую, зимнюю, с зимним боковым кивком, с зимними мормышками под боковой кивок. Приехал на разведку, видел и карпов, видел и карасей, видел, и сорожки крупные были такие, прям, ну, классные, грамм по 500, и щуку видел, поймал 4 окуней, ребята, 4 окуней поймал, кадры вы увидите, я вложу эти поклевки, и как выважил, окунь, да, окунь довольно-таки крупный. Что, сошел, что ли? Кто-то был, ребята, а кто, не знаю. Ну, сошел. Вот это да, корягу зацепил. Хреново дело. Походу, карась был или окунь хороший. Ну, ладно, что. Придется рвать. Куда деваться? Есть поклевка, ребята. Кто это у нас? Ну-ка. Окунь. Ох, какой окунь, ребята. Хо-хо-хо. Вот это окуняра. Так окуняра. Прям такой шикарный. И в тот раз, наверное, тоже окунь был. На червячка с опарышем, ребят. Вот такой вот окунит заклюнул. Вообще шикарный. Вот, начало уже положено. Так, уберем его пока. Ну, тут-то не сильно потрепало. Еще можно разочек закинуть. Окунь. Мелкий. Да не, не мелкий, нормальный такой. Что-то одни окуня сегодня клюют. Окунь тоже рыба, ребят, так ведь? Окунь тоже рыба. Особенно, когда вяленая. Вообще прям прелесть. Отдай мормыху. Ух ты, кто там такой? Еще один окунь. Еще один окунь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Такой чистенький, беленький, светлый. Тихо-тихо. Не хочет карась карпом клевать? Только окуня одни клюют. Блин, ребята, я замерз вообще, что-то я не по погоде оделся.
Дома вроде смотрел, такого ветра не было сильного. Сюда приехал, тут прям что-то. Что-то не климатит. Уехал быстро, потому что в селе у себя посмотрел, как бы, да, в поселке. Ну, ветра такого сильного нет. А сюда приехал, а тут дует вообще пипец. Я думал, тут так себе рябь небольшая на воде. А оказалось, что просто ветроган дует как раз по оврагу и как в трубе. Я замерз, как сволочь, меня продул. Я еще оделся, как говорится, не по погоде. Ну, в итоге 4 окуня поймал, не стал дожидаться поклева карася и карпа и свалил домой. А сегодня, ребят, как видите, уже оделся. Надел свою мембрану зимнюю, шапочку надел, обувку теплую, дабы не замерзнуть. Потому что, сами видите, ребят, погода не очень. Не май месяц. Ну что, друзья, какие планы сегодня? Смотрите, ребят, так как здесь есть и хищник, есть и мирная рыба. Я с собой взял 5 жерлиц. Жерлицы стационарные, кружки. Расскажу, покажу. Но они не такие классические, стандартные, как обычно. Сверху грузик, там чуть пониже поводочек с тройником. А немножко по-другому. Снизу груз, а сверху как отводной поводок. Идет поводок металлический с двойниками, там и с тройниками. Я оснастил и двойники, и тройники. Взял с собой зимнюю удочку одну с мормышкой. Постараюсь поймать сейчас сразу же сорожку живцовую такую. Поставлю жерлицы, потому что, ну, здесь есть хорошая щука. Если получится поймать щуку, вообще будет замечательно на котлетке. Но если нет, так нет, бог с ним. Поохотимся за карпом и за карасем. Жмуров уже, ребята, все. Рыба целиком полностью перешла на зимний режим, поэтому жмуров ждать не стоит вообще. Будем закармливаться сыпухой. Я все расскажу, покажу на воде. Какая сыпуха, какой она должна быть для зимней рыбалки. Потому что, ну, крупнофракционная такая, какую мы используем обычно летом, уже не прокатит. Тут и цвет имеет значение, и фракция. Так, что, друзья, все по порядку. Сейчас я накачаю лодочку, сойдем на воду, и там все буду рассказывать и показывать. Что, братцы, попробуем? Может, получится сегодня у нас все-таки закрыть сезон 2024 достойно, как положено, хотя бы с поклевочками, как вчера, хотя бы окуни наловить. Окуня такие, прям так приятно было вытаскивать на зимний боковой кивочек. Все, братцы, качаем лодочку и на воду. Так, друзья, все, я накачал, собрался, все сложил. Ребят, смотрите, по прикорму. Сейчас расскажу, какая у меня сегодня сыпуха. Вот я вчера, у меня остатки остались, я вчера закармливал. Так, сыпуха у меня очень мелкого помола. Короче, что я сделал, ребят? Я купил пелец, это стартовый закорм для индюшат. Я уже рассказывал в одном из своих видеороликов. Этот комбикорм очень насыщенный разными аминокислотами. Как раз то, что нужно для птицы, да и в принципе, как и любому другому живому существу. Измельчил его на кофемолке, прям вообще в пыль. Взял дунаевскую прикормку, черный карп. С таким ярко насыщенным бисквитным запахом. Тоже из... Он сам по себе уже как бы мелкого помола, но я решил сделать еще мельче. Добавил сюда красный перец молотый, черный перец молотый и чеснок тоже сушеный молотый. И панировочные сухари, ребят, тоже сюда насыпал, чтобы пылило, дымило. Хотя, в принципе, здесь и панировочные сухари были лишними. Вот. Почему такой мелкий помол, ребят? Зачем нужна эта мука? Дело в том, что как бы, ну, у рыбы сейчас из-за того, что холодная вода, как бы метаболизм сходит практически на нет. Рыба питается очень мало, а если питается, то очень быстро насыщается. И для того, чтобы рыбка быстро не насытилась, нужна именно такая мелкая фракция, чтобы рыба могла лазить, что-то собирать по дну, запах ее и все компоненты как бы... сразу чесночный такой запах пошел со специями. Чтобы прикормка ее приманивала на место, но насытиться она ей не могла. Она, естественно, будет подбирать, будет пылесосить ил, но наедаться не сможет.
а вкусовые качества и все те компоненты, которые есть в прикормке, ну, чисто на интуитивном, наверное, каком-то уровне будет ее удерживать на месте. Ну, а мы здесь, ребята, мы тут как тут со своей мормышкой, с червячком и с опарышем. Так, из-за того, что такая мелкая фракция, наверное, придется раза два в два подхода ее напитывать, увлажнять, потому что я вчера увлажнил так хорошо, а пока дошел до места, смотрю, она уже полусухая. Ребят, какой запах. Был бы я карпом, я бы пришел и прям непременно пришел бы на место, на эту прикормку, и стал бы ее жрать. Какой запах. Ну да, сейчас такая вот она как пластилин, сейчас немножко полежит, напьется воды и будет более рыхлая. Все, ребят, готово. Смотрите, ребята, инеш на траве. Все, пришла пора. Ребят, сейчас видел двух таких карпов. Вот они силуэты. Вода мутная, ребят, но они ходят здесь. Они ходят, ребята, ходят. Вот он, еще один силуэт. Карпушки есть. Вот он, еще один промелькнул, ребята. Еще один. Так что, ребят, я наткнулся. Вот они, вот он, еще один, ребят. Вернись назад. Вот он. Вот он. Все, ребята, пробуем. Достаем мормыху и пробуем. Рыбка есть. Рыбка есть. Так, друзья, пока буду пробовать без прикормки. Смотрите, ребят. Это летний боковой кивок, не зимний. Я просто его сюда приделал, съемный. Стоит вот такая вот мормыха, ребят. Это летний карась. Вот. Удочка сделана из цельного хлыстика. Купил вот такую вот удочку зимнюю, она была раскладная. Я, короче говоря, отпилил, вставил хлыстик, приклеил. Самодельщина гольная. Стоит катушка сталкер. Лакиджоновская плетеночка стоит, восьмижилка, 0,12 диаметр. Сейчас, ребята, наживляем червя, опарыша и пробуем. Рыбка прям подо мной стоит, это очень радует. Сейчас, может, действительно получится хоть кого-то зацепить. Ох, есть, ребята, есть. Кто-то взял. А кто взял? Кто-то хороший. Карпушка, ребята. Сошел. Ребят, смотрите, карпушка сошел. Не ешь, что это за ногу, а? Скорее всего, забагрил, потому что поклевка вниз была. Ну ладно. О, лебедушки летят. Все, уже потихонечку собираются. Встают на крыло. Так, друзья, переместился на другое место и в камеру увидел. Увидел карпуш. Тоже такие хорошенькие. Под двушку, наверное. Сейчас пока кормить не буду. Буду так пробовать. Кто это, окунь, что ли? Окунь, ребят. Вот таких вчера окуней таскал. С лету подобрал. Хороший такой засолочный окунь. Вот так вот всего червя только потрепал, сволочь.
Ну ладно, червя менять не будем. Оставим его таким. Он еще терпит. Ребят, вот смотрите, стоит карась, кормится. Здоровый. Но, блин, он не берет, гадина. Я не знаю, я уже полчаса, ребят, просто не включал камеру. Полчаса уже я бьюсь. Закормился прикормкой. Подошла куча плотвы к прикормке. Вот он, карась подходит. Здоровый, крупный карась. Но он забил большой и толстый. Он не берет. Вот еще один карась подошел. Подошла куча карася. Ни опарыша, ни червя. Я уже леску поставил за место плетенки. Ему хоть бы хны. Он не берет. Блин, экран весь грязный. Вы уж простите, ребят. Вот она. Сорога плавает. Сейчас я мормышку найду. Там карась проходит. Хорошие крупные караси. Но брать не хотят. Я не знаю, что им мотыля, наверное, надо. Но мотыля у меня нету. Но на прикормку реально стало очень много рыбы. Вот он. Видите, ребят, отвернулся. Отвернулся от опарыша, блин. Ну как вот так вот? Как это понимать вообще? Я ума не приложу. Что, друзья, сейчас поплавал немножко в камеру. Поглазел, вернулся назад на это же место, а там стоит куча карасей, просто стадо. Не стал я тратить время на съемки, чтобы вам показать, но поверьте на слово, там просто стояло стадо. И в толще воды, и возле дна. И кормятся. Стоят вверх хвостом и кормятся. Уж очень им понравилась моя прикормка чесночная. Буду надеяться, что соблазнятся. Уже и мормышку маленькую поставил. Капельку вольфрамовую, черную. Уже измудряюсь. Ладно, кому-то по губам дал, ребята. Кому-то по губам. А, что, забагрился? А нет, это капелька. Кому-то по губам дал. Скорее всего, это был карась. Опа-на! Кто тут? А вот и карась, ребята, долгожданный. А вот и карасик, вот и карасик. Хороший карасик. Ну все, 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 все. Все. Вот, ребята, и карасик с четким подъемчиком. О, какой битюк. Видите, ребят, вот такой карасямбрик. Соблазнился все-таки на опарыша. А то все там выделываются, да выделываются. Ну, такой грамм
300-400, наверное. Сейчас мы тут разберемся и уберем все рыбку куда надо. Все-таки, наверное, надо было немножечко подождать, пока карасик поест прикормочки. Она там с перчиком, с красным. А красный перец, ребят, такая классная штука. Она раздражает вкусовые рецепторы рыбы. И рыба должна, по идее, клевать гораздо охотней. Вот, Red Habit. Так, друзья, имею острое желание заглянуть под воду, что там творится. Сейчас надо посмотреть. Включаем. И опускаем. Уже прикормку все сожрали и свалили. Нет, вон там плавает карась. Это окунь. Так, здесь у нас кто? Это тоже карась. Там на заднем плане еле видать его силуэт, только один. Хорошо видать. Вон сверху. Вот он, карась. Вот он плавает. Карась стоит на точке, но почему-то не кормится. Я когда первый раз опустил, они прям толпой стояли и жрали. Вот он. Нет, это коряга. Это коряга. Вот он, карась. Кто там? Сорожка. Сорожка мелкая. Но я жерлица ставить больше не буду. У меня 3 штуки стоят. Пока по жерлицам тишина, поэтому живец мне не нужен. Я ее выпущу. Опять сорожка. Тоже покрупнее. Но это может и стоит взять на засолочку. Тихо. На засолочку. Кину меня сейчас окуньком. Сорожка. Ты смотри, что активизировалась, какая. То хрен дождешься поклевки, когда надо было живцы. А теперь валит одна за другой. Что это было такое? Что, мимо прошел, что ли? И задел. Нет, друзья, все, хорош нафиг. Уже 5-я точка не терпит нафиг вообще. Да и смысл какой здесь сидеть? Ну не берет он, не берет, ребят. Сидит на месте, ходит туда-сюда. Даже не опускается вниз, ко дну кормиться. Просто привязался к одному месту. Ну, запах идет. Чеснока и специй, и всего остального. Вот он крутится. А опускаться вниз не кормится. Меня такая перспектива, честно говоря, не прельщает.
Ну и ладно. Хорош, посидели немножко. Душу отвели, сезон закрыли. Одного карасика хорошего поймали. Жалко, карпушку, правда, упустили. Ну ладно, чаш. Ну что, друзья, вот мой сегодняшний скромный улов. Какая рыбалка сегодня была, сами видели. Очень трудовая. Один карпушка сошел где-то чуть больше 2 килограмм. Я его видел. Но я так и не понял, то ли я его забагрил, то ли он просто плохо его просек. Ну, как-то так, ребят. Ну что, друзья, все. Рыбалочку на сегодня я закончил. Душу немножко отвел. Ну и нервы сегодня тоже мне рыбу поделала. Прям конкретные. Ну, вы сами представляете, да, рыба в количестве стоит. Да, хорошие караси стоят на месте. Но брать не берут. Это просто, я не знаю, это беспредел чистой воды. Это безобразие высшей марки. Вот. Рыба крутится. Ходит в верхних слоях воды. Ну, не верхних, я имею в виду, в небольшом расстоянии от дна, сантиметров 30-40 от дна ходит караси в количестве, а брать не берут. Я уже перепробовал все. Конечно, если бы у меня был в наличии мотыль, может быть, и песня по-другому пелась. Вот, и карася бы больше я поймал, но тем не менее, у меня его не оказалось. Кстати говоря, карпушка, который у меня сошел, ну, где-то около 2 килограмм, наверное, он был. Кругленький такой, я его видел. Взял на бутерброд, через опарышем, а здесь ни в какую, вот на опарыш одного карася поймал, и все. Ну что ж, межсезонье, ребят. Наверное, давайте, ребят, наверное, закрою я, наверное, сезон по боковому кивку. Больше с боковым кивком я выезжать уже не буду, все уже. Хватит, я думаю, на этот год. Будут выезды на хищника с кружками. Сейчас вот привезут нам в рыболовные магазины живца мелкого, карася. И я приобрету, и мы с вами съездим с удочка с щучкой, на кружки половим. Вот, нашел я несколько мест хороших, где есть судак и щука. Судак прям в количестве можно половить. Так что, ребят, объявляю сезон 2024 по боковому кивку. Для себя, по крайней мере, закрытым. А вы уж, ребят, у кого есть возможность, выезжайте, не сидите дома, рыбачьте, получайте удовольствие. Так, друзья, если кому-то нужны будут летние кивки, зимние боковые кивки, мормышки летние или зимние, так что, ребят, я оставлю ссылочку в описании к этому видеоролику на группу ВКонтакте. Обращайтесь. Ну, а я... А я, в свою очередь, буду прощаться с вами, ребят. Все, сезон закрываем, ребят. Всего всем доброго. Берегите себя и своих близких. А с вами был я, Петр, и канал «Вбок кивок». Всем пока. До новых встреч.